В Тверской области индекс производства сельскохозяйственной продукции по итогам первого полугодия составил 109%, тогда как в среднем по России он равен 102%. На заседании регионального правительства подвели итоги сельхозработ в этом году и обнародовали планы на следующий год. Подробности у Натальи Чекет. В Верхневолжье увеличился объем производства сельхозпродукции в денежном выражении. Если в прошлом году он составил почти 47 миллиардов рублей, то в этом году, по прогнозам экспертов, будет равен более 55 миллиардам рублей. Сейчас в аграрной сфере региона продолжается реализация 16 инвестиционных проектов в животноводстве. Среди крупных – проект компании «Румелко Агро». Компания реализует строительство двух молочных комплексов на общей поголовье больше 10 тысяч голов крупного рогатого скота молочного направления и плюс строительство нитилинового комплекса на поголовье более 14 тысяч голов скота. По сравнению с прошлым годом увеличивается кредитование сельхозтоваропроизводителей Верхневолжья. В 2022 году объемы выданных инвесткредитов достигли почти 10 миллиардов рублей, а льготно-краткосрочных кредитов – 6,1 миллиард рублей. Мы увеличили объем краткосрочного кредитования наполнения оборотных средств на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Направление сельского хозяйства, которое активно мы финансируем, это направление по переработке молока, по переработке мяса птицы и производства картофеля. Объем финансирования в этом году составил в целом отрасли АПК 4,5 миллиарда рублей. Из них на 15% мы увеличили финансирование по краткосрочным кредитам. Самое главное, что мы увеличили и число заемщиков, у которых наши кредиты востребованы. В 2022 году общая площадь посевов сельскохозяйственных культур под уборку урожая составила более 120,5 тысяч гектаров. В основном были засеяны зерновые и зернобобовые культуры, а также кормовые, технические культуры, картофель и овощи. Как отметили сами аграрии, этот год в плане погодных условий оказался не самым простым. Зимой нас настигли холода, сначала потом резко ударила засуха, потом, когда нужно убрать урожай, залило нас дождями. Ну, такой, скажем, мягко говоря, нестандартный год. Зерновых культур мы собрали около 2600 тонн, и картофель мы собрали около 10 тысяч тонн. Всего на территории Тверской области по итогам работы аграриев сбор зерновых и зернобобовых составил 120 тысяч тонн, картофеля – 255 тысяч тонн, овощей – 49 тысяч тонн. Лучшие показатели по урожайности продемонстрировали Кашинский и Торопецкий округа, Ржевский, Конаковский и Старицкий районы. Выделение средств на основные фонды, покупка оборудования. И видно, что покупка, приобретение оборудования по текущему году, скажем так, дает свои результаты. Там покупка высокопродуктивного племенного скота, покупка коров. Ну, все это, безусловно, приведет к росту производства. Меры государственной поддержки сельхозпредприятий и фермеров касаются помощи в модернизации мощности, приобретении техники, племенных животных и реализацию продукции. Важно, что сегодня Старицкий район продолжает наращивать объемы производства картофеля, к нему присоединяется Лихославский район. И, конечно, сегодня еще раз мы говорили о том, что необходимо увеличить финансовую поддержку из регионального бюджета уже по специальным направлениям для улучшения показателей. Главной задачей остается это ввод в оборот земель сельхозназначения. Отдельно на заседании рассмотрены вопросы кадрового обеспечения агропромышленного комплекса. Сейчас в отрасли занято почти 10 тысяч специалистов. Предприятие предлагает еще почти 900 вакансий. Наиболее востребованы ВПК в профессии – трактористы, ветеринары, механики и агрономы.